Поехали. Поехали. Аккуратненько. Потихонечку, не спеша. У нас нет задачи поставить рекорд трассы. Да. Здесь понять траекторию. На каждом упражнении тренируются определенные навыки. Нам, соответственно, нужно было как угодно. Либо до нуля, либо просто сбрасывать на минимально. Тормоза, конечно, настроены, ай-яй-яй. Хорошо, жопу не уносит. Стабилизация. Здесь потихонечку. Сам такая коварная шпилечка. И змеечка. Рывок выравнивания. Амплитуда очень большая. Ага, отлично. Хорошо. Как вообще вам автомобиль? Хороший автомобиль. Здесь поспокойнее. Сейчас у меня две машины на треке, но они уже где-то. На выходе у нас меньше. Чуть-чуть еще спаем, чтобы он чуть-чуть проехался.